друзья, подписчики и зрители моего канала, всем привет! Сегодня 20 августа, вечер, выбрался на ночь на рыбалочку. И вот, после дождей у нас вода поднялась буквально на метр-полтора, и вот все возле берега залито. А то месяц назад я вам показывал, что заходил вода, то есть камни были видно, так сильно упало. А сейчас нормально все. Поезд едет, как всегда, блин. Грузовик. Но буду потихоньку разлаживаться. Вот. Мои вещи на ночь приготовил. Еще что хочу показать. Вот такой вот новый зельфи-стик приобрел. Классный, качественный. Тут можно еще такой пульт потом купить для GoPro, так вот, чтобы снимать. Вот так вот раздвигается до 1,27 м вроде бы. Да, классно. Сейчас быстро намешаю вот свою прикормку с магазина. Это мне обошлось буквально евро 50. Кукурузу забыл, но вдруг привезет мне. И вот сладкая ванильная, то есть сахар ванильный добавлю в прикормку. Хлопья. И вот чуть-чуть крошки. Чуть воды смешаю, кукурузу привезут, добавлю, и все. В принципе, самодельная прикормка готова. Ничего такого лишнего не надо. Что ж, о, рыба выпрыгивала там. Посмотрим. Сперва одно удилище закину. Там видно будет. Там стоит усач. То есть я знаю, что там стоит усач. Усач, потом лещ. Там дальше карп, то есть право. Посмотрим. Что-то поклевывает. Всегда стягивает, просто поменьше крючок поставить. Сейчас закину, поменьше поставлю. Мелочь, наверное, но прикормлю, пусть подойдет. Хоть мелочь поймать для щуки на ночь поставить. Так, поставил я поменьше крючок, потому что червяка стягивает. И вот посмотрим, что у нас там такое.
крючок стоял на угря. А сейчас еще рано ставить. Стемнеет потом. Здесь что-то на спиралину. Возле берега. Вот наш... Во! Красноперка. Не, головаль. Все, с крючка. И тут клюет. А вот наша красноперка. Думал, не почувствовал. Что ж, будем кидать еще пару. Наловим. Штуки 5 хватит на целую ночь. Может и сом клюнет на живца. То есть на мертвую рыбку надо убивать и потом закидывать. Ну и конечно. Сделаем спиралину возле берега. Тоже клюет. Может большой окунь. Такие вот черви живые. С середины начинаю, чтобы они хорошо шевелились. Два раза прокалываю, все. Живучие. Хватает. И в воде, когда шевелится, рыба это тоже чувствует. Туда. Тут уже что-то собирается клевать. Клюет. Сейчас подведу спиралину. Потихоньку. Вот так вот. И тут уже клюет что-то. Самодельная прикормка действует. Птицы. Руки мочил от прикормки, и мальки собрались на запах. Так, пусть клюет. Чуть эту удочку подтянем. Клюет. Alles klar? Ja. Ja, alles gut. Und schon was gefangen heute? Ja, 2 Köderfische. Ah, okay. Nachher. Ja.
Ja. Und dann auf all ja. Eine Route auf die Köderfische und dann. Ja. Mal gucken. Ja, das haben wir heute auch ein bisschen vor. Hier, oder? Ja, ich bin ein bisschen weiter vor. So okay. Nicht. Das will ich nicht stören. Kein Problem. Щука, на кормушку ты положил. Вот, поставил удочку одну на мертвую рыбку и на червя. Посмотрим, что будет. Вот так вот становится темно. С компанией. Ну и как всегда поезд едет.